И коротко о других новостях. Отложили. Народный Хурал соберется на внеочередную сессию по БГУ недели позже, чем планировалось. Сессию о выборах ректора Бурятского госуниверситета решили отложить, так как сведений о новых кандидатах до сих пор не поступало. Согласно распоряжению спикера парламента Цирена Даржиева, депутаты встретятся 15 июня. Тем временем четыре кандидата поборются за кресло сити-менеджера Улан-Удэ в этом году. Прием заявок на главного завхоза столицы завершен. Напомним, первое заявление подал председатель комитета по бюджету администрации города Александр Аюшеев. Затем к нему присоединились замглавы советского района Игорь Франк, владелец частных детсадов Юрий Базаржапов и замначальника управления транспорта и связи Улан-Удэ Александр Халбаев. Комиссия отберет двоих лучших, а 16 июня депутаты горсовета выберут сити-менеджера Улан-Удэ. Монголия за счет Байкала, страна степей, хочет построить три крупных гидроузла на Селенге, чтобы решить свои водные энергетические проблемы. Как сообщает российская газета, бетонная плотина Шуренская ГЭС отрежет от Байкала почти 5 миллиардов кубометров селенгинского стока. После создания двух водохранилищ на Селенге, водность реки на участке российско-монгольской границы резко снизится. На сегодня стороны договорились о проведении исследований воздействия ГЭС на экосистему Байкала. Успеть необходимо до сессии ЮНЕСКО, которая состоится в июле этого года в Стамбуле.